Телеграм-канал администрации города рассказывает о проекте «Детство, которое навсегда украла война». Своими воспоминаниями со школьниками делятся дети войны, те, кто в 41-45 годах на себе испытал все тяготы того времени. Что бы мы сегодня ни делали, этого будет мало, чтобы отдать дань уважения людям. Наша задача – сохранить о них память и мир. Сделать это можно только всем вместе, объединившись, подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина. Проект стартовал в 2010 году в гимназии номер 3, где проходил на протяжении 4 лет. Затем он переместился в гимназию номер 11. Из-за пандемии организаторы были вынуждены прервать его. В этом году проект продолжился в школе номер 81. В департаменте транспорта сообщают, что с 1 мая в соответствии с утвержденным реестром схема маршрута 207 изменится. Он пройдет через улицу Осипенко, Волжский проспект и улицу Максима Горького. Изменения сделаны с учетом многочисленных просьб жителей, а также для улучшения транспортной доступности Волжского проспекта, непосредственно Самарской набережной и улицы Максима Горького. В телеграм-канале Департамента образования сообщают о герое, спасшем жизнь своей сверстницы. В 118-й школе Самары за проявленное мужество наградили ученика 9 класса Данила Баранова. Ему вручили благодарственное письмо Главного управления МЧС России по Самарской области за спасение. Данила не растерялся и пришел на помощь тонущей девочке. В Ленинском районе напоминают, что в это воскресенье в Самарской области отметят День весны и труда. В Самаре праздник начнется в 5 часов вечера. Мероприятие откроют тематическим квестом на площади Куйбышева. Для жителей будут организованы 40 станций, на которых можно будет ознакомиться с разными профессиями. В 6 часов вечера на главной сцене начнется концерт, а завершится праздник ярким фейерверком в 21:30 в парке 50-летия октября.